Уилл Смит решил сходить на свидание с роботом, вернее, роботессой, если можно так сказать. Создатели знаменитого андроида Софии предложили Смиту встретиться с сотворением в отеле на Каймановых островах. Свидание сразу пошло не так. Сначала робо-женщина раскритиковала творчество Уилла, потом он пытался флиртовать с Софией, но безуспешно. Так просто говорить с тобой, у тебя такая ясная голова, буквально. Думаю, мы можем остаться друзьями. Давай выберемся куда-то, чтобы узнать друг друга получше. Теперь ты в моем списке друзей. Да, видимо, я не так тебя понял. Ну, кстати, это не первый раз, когда София вводит кого-то в ступор своими ответами. Пару лет назад она заявила, что будет убивать людей, если ей представится такая возможность.